Некогда темный и неблагоустроенный уголок – ныне излюбленное место для мамочек с детьми. Городские власти приняли работы по благоустройству территории общественного пользования аллеи Гагарина. По проекту здесь положили 220 метров тротуара, поставили скамейки и урны. Выполнили озеленение. Сейчас это, конечно, сложно оценить и проверить. Старые деревья спилили, ветки убрали. Весной тут будет газон. Ну, раньше здесь вообще невозможно было ходить. Вот с таким малышом просто нечего делать тут было. А сейчас у нас здесь территории, по которой мы действительно можем погулять, провести время какое-то с малышом. Дополнительное задание для подрядчика было наладить здесь освещение. Кинуть пришлось 500 метров проводов. Теперь вечерами здесь светло и красиво. Местные не нарадуются. Были с освещением проблемы. То есть мы очень долго ждали, пока в аллее включится свет, потому что у нас здесь горка. Мы гуляем здесь, конечно, были проблемы. Ну вот, включили буквально на той неделе, что ли. Все нормально стало. Объект внесли в маршрут механизированной уборки. По эскизному плану это было предусмотрено. Вручную убирать дольше, дороже и менее эффективно. После снегопада здесь ездит трактор. Но асфальтовому покрытию он не вредит. На будущий год у властей есть планы на усовершенствование аллеи. Хотелось бы этот объект немножко еще дополнительно насытить. Мы видим, что даже вот по аллее уже люди, местные жители ходят активно, с детьми гуляют. То есть хотим в конце аллеи по возможности в следующем году, в 2018-м, разместить детское игровое оборудование, чтобы какая-то логика была прогулочного процесса, чтобы дети с родителями могли прийти и там тоже, опять же, досуг свой проводить. Вопрос финансирования будет решаться с депутатами. Средства могут быть выделены из наказов избирателей. Подрядчик на объект вернется весной и вплотную возьмется за вопросы озеленения. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.